что, пока гремит салют. Начнем обзорчик новый. Сразу на два, так сказать, предмета. Это маркер УТР-003 Soul-Tip. И ГРОК красненький. Попробуем заправить его в этот маркер. Единственное, что я посмотрел у этого маркера, опять же, ворсистое перо, как любят УТР, но я взял сменный на всякий случай сразу. Если не зайдет, то поменяю его на обычное. Как раз салют закончился. Мягкий корпус сильно. Должен писать нормально. Так что потестим. Шок-контент, блядь. За говно. Как мы поняли, сильно давить нельзя. Я тут эти майки оставлю. Там, короче, который из H&M, это вот эта тёлка, то, что я просил. Ну, короче, как обычно все. Вон дзеран в кармане протек. Это, по-моему, норма. Понятно, почему, главное, протек. И что с ним теперь делать? Ну, попробую дома оттереть, да продолжить.
Блин, пацаны, вот я потик. Ничего, пока пацаны делают руфтоп. Подведем итоги этого маркера. Мне он пиздец как жестко не понравился, потому что, во-первых, он вытек и запачкал мне куртку, сумку и все остальные маркера, которые были у меня с собой. Ну, это такое, конечно, это может быть случайность, но шуток немало про то, что ОТР потек в кармане. Короче, вот он вытек, непонятно почему, после того, как я поменял перо. И вот он даже до сих пор как бы льется просто из-под пера. Может быть, конечно, оно не подошло, и в этом вся проблема. Нужно было оставить с ворсом. Но перья с ворсом я не очень люблю. Хотя это перо село плотно. Оно вон вообще не шевелится, как бы такое нелегко даже достать. Но когда нажимаешь, краска все равно сочится. Плюс большой минус, как я нашел, этот пластик слишком мягкий. Изначально я думал, что это будет кайфово, потому что мягкий пластик, значит, нажмешь, и будут потеки сильные, но почему-то получилось так, что вот, когда маркер даже на треть пустеет, он сразу теряет форму и становится просто таким, как бы, ну, впалым из-за этого. Это тоже такое, как бы, мне не очень нравится. Вон, я просто нажимаю, там краска хлюпает. А так, в целом, не знаю, если, может быть, если вы будете пользоваться им аккуратно, то он будет писать нормально и послужит вам. Мне же именно с этим не повезло. Я думаю, конечно, по-хорошему надо было чем-нибудь его взорвать. Но сегодня ночью я еще потегаю, потому что я уже вот гуляю, мне нужно уже тегать. Мне пришлось одеть перчатку, потому что рука вся красная и выглядит это как-то так. Спасибо, ОТР. Да, и что-то так, типа, все бухали. Он что-то нахуярился, какой-то мангал наебнулся, блядь. Его как доставал, там штаны не погорели, блядь. Потом такой смотришь, типа, год 4 прошло, блядь, все чуть ли не, блядь. В метро на рекламе висит, там какие-то эти... Я знаю, посылок. Рекламирует, блядь. Не, ну нормальный чувак, на самом деле. На концерты ходишь его? Не, я никогда не слушал. Он нормальный чувак. Я никогда не слышал. Кто это, блядь, все? Это депутаты государственные. Мы будем бомбить эти стены! Бомбить! Очень жидкие чернила.
ну что, протестировал оставшийся гроб красный в таком маркере, вот от Dripper Molotov. Пишет нормально, но не по всем поверхностям. Как пишет по всем, но не на всех смотрится нормально. На гладких белых хорошо, яркий красный, на каких-нибудь темных, металлических, ну такой. Жидкие, слишком жидкие чернила такие, прозрачноватые, в некоторых местах выглядят. Поэтому надо поверхность подбирать подходящую для тегинга. А по поводу маркера, этот, конечно, придется взорвать, потому что он испачкал мне и куртку, и штаны, и сумку, и наклейки, и руки, и ключи. Короче, все, что мог, все испачкал, так сказать, ОТР потик. Поэтому я его взорву. Но думаю, в этот маркер можно залить что-нибудь более чуть густое, чем вот такие гроб, типа чернила слишком жидкие. И может быть, он будет писать лучше. Ну, это уже, наверное, тема для другого обзора. А так попробую этот маркер с этими чернилами. Ну, не зашло. Всем йоу, до следующего обзора. Спасибо, Анзерон. Ну что? Маркер продолжает все пачкать. Поэтому у меня для него есть небольшой сюрприз. Ну, как сказать, небольшой. Ну, такой. Я бы сказал, большой. Вместо скотча используем стикерок. Теперь у меня их много, испачканных этим маркером. Поэтому не жалко. Я уже не уже он перепачкал все руки. И все, что можно. Вот, возьмем. Опачки. Красота. Кто не просил его течь. Семья, до следующего обзора.